Hard game beginning, 8 goals in first half. What do you decide to change in the local room with your team, and how did you start second half in the game? Сегодня играли с такой командой, которая классом выше. Увидели, что значит настоящий футбол. Мы любители. Есть где продвигаться. Надо очень сильно тренироваться по футзальному. У нас много игроков, которые занимаются на большом футболе. А что насчет матча, то да, пропустили глупые ошибки, много голов. Но после перерыва чуть-чуть перестроились, и второй тайм был уже намного лучше. Спасибо вам.